Пустующие земли – серьезная проблема для республики. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с главами сельских поселений и владельцами фермерских угодий Янтиковского района, чтобы обсудить решение вопроса на отдельно взятой территории. После распада Советского Союза все колхозные земли были распределены между селянами. А сегодня многие участки заброшены и не обрабатываются. Сейчас районный муниципалитет в судебном порядке изымает земли, которые не используются по целевому назначению. Муниципальная собственность зарегистрирована около 7 тысяч гектаров или 80% от общего количества невостребованных земельных участков района, которые можно приобрести или арендовать. В республике действует программа софинансирования. 50% затрат на свои сельскохозяйственных земель покрываются за счет республиканских и муниципальных средств. Но площадь неиспользуемых территорий по-прежнему значительна. На сегодняшний день вот так получается 45 тысяч гектаров необработанных земель. С бюджета Чувашской республики, с бюджетов муниципальных образований для того, чтобы ввести все в оборот необработанные земли, выделено около 30 миллионов рублей. В целом это немалая сумма, но только инициативы властей недостаточно. Заинтересованность должна быть и у жителей района. Правительством республики поставлена задача освоить в 2016 году более 600 гектаров земли, а к 2025 увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 30%. Ниши в связи с продовольственным эмбарго у агробизнеса сейчас большие. При государственной поддержке есть все шансы подняться на новый уровень. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.